Вроде бы татарских школ много, но преподавание там уже на татарском языке не ведется. Когда начинаешь говорить, мол, татарского образования нет, а у нас воспитание на татарском языке. Я не понимаю, это во время кружка, что ли, татарский кружок, что ли, у нас должен быть уже в татарской школе? Или когда у меня дочь плавает в бассейне, ей должны говорить, слушай, татарча, там, елдаздрасизмисинг должны говорить, да? Искандер Сиражи уже много лет занимается проблемой изучения татарского языка. Его выводы неутешительны. С чего начиналось возрождение татарского образования, к тому сегодня и пришли. Как и в 80-е годы, в Казани полноценными татарскими школами можно назвать только два образовательных учреждения. Вторую гимназию в Московском районе и 16-ю школу в Дербышках. Построили бы хорошие школы, оснастили бы их как положено. Родители бы отдавали в татарскую школу детей. Сейчас директора школ отдают на откуп родителям, а родители боятся ЕГЭ. При этом их обрабатывают, им говорят, вашим детям надо сдавать ЕГЭ. Первый класс, какой ЕГЭ надо сдавать первокласснику? До 4-го класса ребенок может спокойнейшим образом учиться на родном языке.